проверил, что там. Отвали. Я сам знаю, что и как мне делать. Я точно слышал взрывы. А я вот, кроме твоего трёпа, ничего не слышал. А вибрация? Разве ты не почувствовал толчок? Если ты не закрёшь, будет и удар, и толчок. Слушай, если бы что-то случилось, со мной бы связались... Ах! Добро пожаловать, Фрэнк. Да-да, я уже вычислил твое имя. И на кого ты работаешь тоже. Ты что, думал, мы не знали о вас? Пока ты изображал героя, мы собирали информацию. Теперь, если на нас попробуют давить, мы расскажем эту волнующую шпионскую историю. И толпа вас просто разорвет. Конечно, лучше бы ты дал показания. Я бы даже предложил тебе сделку. Показания в обмен на жизнь. Но я слишком хорошо знаю таких, как ты. Кроме того, ты убил столько моих людей, что я просто обязан показать кое-кому твой труп. Все по графику. Теперь ты умираешь, а я иду обедать. Прощай, Фрэнк. Танцуй, Фрэнк, танцуй! У тебя яркие похороны, Фрэнк!
Пошлите патронов! Танцуй, Фрэнк! Танцуй! Добро пожаловать, Фрэнк. Да-да, я уже вычислил твое имя. И на кого ты работаешь тоже? Ты что, думал, мы не знали о вас? Пока ты изображал героя, мы собирали информацию. Теперь, если на нас попробуют давить, мы расскажем эту волнующую шпионскую историю. И толпа вас просто разорвет. Конечно, лучше бы ты дал показания. Я бы даже предложил тебе сделку. Показания в обмен на жизнь. Но я слишком хорошо знаю таких, как ты. Кроме того, ты убил столько моих людей, что я просто обязан показать кое-кому твой труп. Все по графику. Теперь ты умираешь, а я иду обедать. Прощай, Фрэнк. Танцуй, Фрэнк! Танцуй! Танцуй!
не жалейте патронов. Танцуй, Фрэнк! Танцуй! Ну что, Фрэнк, тебе нравится? Вот дерьмо! Отличная работа, Фрэнк. Дерьмовый пример тайной операции, но зато как зрелищно. Они даже вызвали спецподразделение. Так ты их достал. Так, Фрэнк, ты у нас теперь телезвезда. Засветился перед каждой камерой. Придется мне теперь стирать эти боевики. Кстати, я заработал на тебе 500. Половина твоя, если только ты не пристрелил проигравшего. Так, что тут у нас? Посмотрим. Файлы видеонаблюдения. Черт возьми, да где они? Ага, так, нашел. Просто так от спецназа мы уже не отделаемся. Серьезные ребята, без чувства юмора. Я отключил гидравлику двери. Это должно их немного задержать. На всякий случай, держи дверь на прицеле. Если что, прикрой меня. Отлично, процесс пошел.
черт! Мы получили этот терминал от базы данных. Дерьмовый пример тайной операции, но зато как зрелищно. Они даже вызвали спецподразделение, так ты их достал. Так, Фрэнк, ты у нас теперь телезвезда. Засветился перед каждой камерой. Придется мне теперь стирать эти боевики. Кстати, я заработал на тебе 500, половина твоя, если только ты не пристрелил проигравшего. Так, что тут у нас? Посмотрим. Файлы видеонаблюдения. Черт возьми, да где они? Ага, так, нашел. Просто так от спецназа мы уже не отделаемся. Серьезные ребята, без чувства юмора. Я отключил гидравлику двери. Это должно их немного задержать. На всякий случай, держи дверь на прицеле. Если что, прикрой меня. Попробуй искать. Данные найдены. Отлично, процесс пошел. Черт, они отключили этот терминал от базы данных. Теперь у нас нет доступа к архиву. Хотя... Да, должно сработать. Дай мне несколько секунд. Так, все, там теперь комар носа не подточит. Сейчас режим красный 1, поэтому все доступы с удаленных терминалов к исследовательской базе данных закрыты. Нам придется проникнуть прямо к серверам. Могли отключить дистанционно. Я вырубил систему охраны и камеры видеонаблюдения, но думаю, это ненадолго. Попасть внутрь мы сможем при помощи двух ключей. Один есть у меня, второй ты забрал у шефа безопасности. Он ведь у тебя? Хорошо. Чтобы открыть дверь, мы должны будем одновременно вставить эти ключи и повернуть их в разных направлениях. Ты встаешь слева, я справа. Ты поворачиваешь против часовой стрелки, а я по часовой. Запомнил? Отлично. Тогда за работу. Ну что, готов? На счет 3. 1, 2, 3. Допуск в сектор разрешен. База данных рада приветствовать.
Отлично. Вот это я называю слаженными действиями. Так, посмотрим. Интересно. То есть дерьмово, Фрэнк. Несколько минут назад Крисби покинул этот комплекс и отправился в космопорт. Какого черта он там забыл? Хотел бы я знать. Ага, нашел. Для Крисби заказан космический корабль. Пункт назначения — планета AX. Надо задействовать второй терминал, чтобы ускорить процесс поиска. Они нам уже на пятки наступают. Фрэнк, мне нужно, чтобы ты нажал кнопку на втором терминале для активации запроса. Отлично. Запрос пошел. Просто неугомонный. Мне нужно еще 5 минут. Сдохни! Отлично. Запрос пошел. Это просто неугомонный. Мне нужно еще 5 минут. Отлично. Запрос пошел. Бросаю гранату. Фрэнк, прикрой меня. Это просто неугомонный. Нужно еще 5 минут. Послушай, что я нашел. В реестре данных номера записи идут не по порядку. Похоже, кто-то намеренно уничтожает информацию. Я попытался восстановить удаленные данные, но это получилось только для нескольких обрывков файлов. Крисби отправился в комплекс корпорации на планете AX. Они там этот минерал добывают. Похоже, ты его спугнул. Никаких данных экспедиции Рика тут нет. Наверняка они у Крисби. Про минерал тоже ни черта нет. Тебе надо найти Крисби и выбить из него правду. Еще паршивые новости. AX ведет разработку нового типа вооружений. Проект Zero. Похоже, что они уже отправили партию этого оружия на ту планету. Чертовы ублюдки, даже не закончили его тестировать. Двигай в космопорт, Фрэнк. Придется тебе наведаться на эту планету. Поищи в гараже машину. Постарайся добраться до главных ворот. Оттуда выйдешь на трассу. Удачи!
еще здесь?